Готовы. В гости едем. Надо как тут себя показать в темноте. Забыла закрыть дверь. Вернее, не дозакрыла. Некоторые должны выйти и закрыть. Так, дадим вам на рамлет? Да. Сидит наш дружочек, провожает. They wish you the Merry Christmas and Happy New Year. Мой муж не желает петь, поэтому я пою. Мой муж не желает петь, поэтому я пою. Рождественский дрон-гидол. Ручки дрожат, потому что машина дрожит. Даже слышно, как там за утренняя, это за вечерняя или вечерняя служба начинается. На улице минус 12. Холодрыга. У нас дрон-гидал, елочка такая красивая, возле мэрии много-много света, лампочек, просто лепота. И муж у меня золото сделал, решила сделать мне подарочек, чтобы я прокатилась по центру города. Такой прям подарок на Рождество мне. Свиздей-то понатыкано. Это тесто внутри промазанное маслом и посыпанное сахаром. Иногда сыпят еще канель. А это у нас мультикрем. Взбитые сливки с... Будете лайк кофе, что? Я. С морожкой. А?
что все, закончилось Рождество, подарки забрали и вернулись домой. Как говорила, подарочек. Вы гляньте, кто там стоит. Кто там стоит? Это у нас минус 14 на улице. Эти два карапуза. Тёпсик молодец, нечего попу морозить. Скалду ельпы майлер. Я? Ой, я уже почти в дом зашла. А этот выбежал, ушастый. На улице минус 14.